Тыква очень богата полезными веществами, а каша из нее значительно ниже по калорийности от остальных. Сегодня предлагаю приготовить диетическую кашу из тыквы и пшена. Очень вкусно. Именно пшенную кашу по праву можно назвать диетической, если приготовить ее на разбавленном молоке и без сахара. Для сладости и большей пользы предлагаю добавить тыкву. Тыква очень хорошо во время диеты. Вы не только насытитесь полезными витаминами, но и улучшите свое самочувствие. Такая полезная и вкусная каша понравится не только взрослым, но и детям, отличная идея для завтрака и прекрасного начала дня. Попробуйте. Подготовьте все ингредиенты. У тыквы срежьте кожуру и удалите мякоть. Пшено хорошо промойте и залейте кипятком, чтобы ушла горечь. Оставьте на несколько минут, затем воду слейте и снова промойте. Переложите промытое пшено в кастрюльку, в которой будете варить кашу. Добавьте молоко и воду в равных пропорциях. Перемешайте, доведите до кипения и варите кашу до готовности на небольшом огне, периодически помешивая. Тем временем тыкву нарежьте небольшими кусочками и запеките в СВЧ на максимальной мощности 5 минут. Перемешайте и запекайте еще 5 минут или до тех пор, пока тыква не станет мягкой. Время приготовления зависит от мощности микроволновки и сорта тыквы. Пюрируйте тыкву с помощью погружного блендера. К готовой каше добавьте тыквенное пюре и мед по вкусу. Мед по желанию можно исключить или заменить сахарозаменителем. Перемешайте. Диетическая каша с тыквой готова. Приятного аппетита!